В администрации Серпухова прошло распределение земельных участков среди многодетных семей. Каждый из них бесплатно предоставляют 10 соток земли в районе деревни Гавшина. При возведении капитального строения на участке возможна прописка членов семьи по данному адресу. Распределялось сегодня 175 участков. Представители семьи вытягивали конверт с одним из номеров и сообщали его сотрудникам комитета по управлению имуществом. В октябре 2018 года по результатам электронного аукциона городской округ Серпухов получил в собственность земельный участок 23 гектара. Этот земельный участок был впоследствии разбит на 175 участков с видом использования дачного строительства. Вокруг приобретенного земельного участка находится лесной массив, и полоса приобретенного земельного участка тоже составляет лесной массив, но эта полоса останется в муниципальной собственности. Семьи, которые решат приобретать данный участок, должны написать заявление в МФЦ до 1 апреля. В этом году в Серпухове земельными участками обеспечено 144 семьи. Всего их 318. Это число постоянно растет. Транспортное обеспечение и инженерные коммуникации будут разрабатываться после распределения всех участков.